Финский актер Вилли Хаапасала знаком телезрителям по фильмам «Кукушка», «Особенности национальной охоты», «Любовь в большом городе» и сериалу «Диверсант». Но кроме этого, он режиссер документального кино. Сейчас он снимает ленту «30 дней на Волге». Как встретили финна на чувашской земле, узнали наши корреспонденты. 43-летний актер решил сменить амплуа и попробовать себя в роли путешественника-исследователя. «30 дней по Волге» — четвертый фильм о России для финского телевидения. Вилли уже побывал на берегах Северного Ледовитого океана, прошел Великий Шелковый путь и промчался на поезде от Москвы до Владивостока. Республику Вилли посетил для изучения традиций древних чуваш. Встречу актера организовали члены Чувашского национального конгресса. Вилли показали народные костюмы и пригласили поучаствовать в обряде чук. Суть обряда — выразить благодарность богам за хороший урожай и попросить о дальнейшем лучшем. После обряда финский актер попробовал национальную кухню и выучил пару чувашских слов. Как говорит Вилли Хаапасала, среди жителей Финляндии бытует множество стереотипов о России и ее жителях, не всегда лестных, что огорчает русско-финского актера.